Сегодня у нас в эфире сотрудник компании «Русская монета» Дмитрий Рекичинский. Здравствуйте, Александр. Расскажите о монетах 1902 года, которые не предоставляют интерес для скупки. Вы знаете, в 1992 году есть 10 монет, которые вообще не представляют интерес для нашей скупки. Ну, для начала это 1 рубль 1992 года с буквой «Л». Дальше 1 рубль 1992 года с буквой «М». Также вот есть 1 рубль 1992 года с символом ММД. Круглый символ ММД, Московский монетный двор. 5 рублей 1992 года с буквой «Л». Пять рублей 1992 года с буквой «М». Десять рублей 1992 года с символом «Московский монетный двор», не магнитная. Десять рублей 1992 года «Ленинградский монетный двор», также не магнитная монета. 20 рублей 1992 года, Ленинградский монетный двор, не магнитная. 20 рублей 1992 года, Московский монетный двор, не магнитная. И, наконец, биметалл, 50 рублей 1992 года, Ленинградский монетный двор, также не магнитная. Вот эти 10 монет, которые я показал, они не представляют интерес для нашей скупки, и мы их покупаем исключительно на вес 120 рублей за килограмм. Спасибо. А теперь расскажите, какие монеты вы скупаете? Ну, действительно, есть 6 монет, которые мы покупаем, они представляют определенную ценность. Есть монеты средней ценности, это, например, 5 рублей 1992 года со значком Московского монетного двора. Эту монету мы покупаем по цене от 30 до 50 рублей. Также есть вот такая монетка 100 рублей 1992 года. Ленинградский монетный двор. Она не представляет особый интерес, но мы ее скупаем по цене 30 рублей. Теперь более интересные монеты. 50 рублей 1992 года со значком Московского монетного двора. Значок в этом случае кругленький, а не овальный, как в случае Ленинградского монетного двора. Вот 50 рублей 1992 года Московский монетный двор мы покупаем по цене 100 рублей. Дальше 100 рублей 1992 года также со значком Московского монетного двора. Эту мы монету покупаем по цене 200 рублей. Значок в этом случае также круглый, а не овальный, как в случае Ленинградского монетного двора. Теперь перечислю две уникальные монеты, которые стоят на нашей скупке очень дорого, но их крайне сложно найти. Первая – это монета 10 рублей 1992 года. У меня нет этого экземпляра, я сейчас показываю 91-й. 92-й выглядит так же, в точности, как 91-й, но единственное, что дата здесь 92 должна быть у этой монеты. Вот эта монета 92-го года, биметалл 10 рублей Ленинградского монетного двора, стоит порядка 5000 рублей на нашей скупке. Очень сложно найти монету 92 года. И, наконец, вот я показывал вам 10 рублей 1992 года. Она Московского монетного двора. Она не магнитится. Это простая монета. Но существует монетка, которая магнитится к магниту. Прилипает к магниту. Вот 10 рублей 1992 года Московского монетного двора, который прилипает к магниту, представляет ценность, и мы покупаем ее от 3 до 7 тысяч рублей за монету. Мы очень ищем эти монеты и с удовольствием их покупаем. Ну вот, собственно, и все по монетам 1992 года. Спасибо, Дмитрий. Теперь мы все знаем больше о скупке монет 1992 года. Спасибо за внимание.
До свидания.